Друзья, всех приветствую вас на своем канале, и меня зовут Алексей. Сегодня я буду готовить средства против всяких мошек, тли, которые посещают наши любимые орхидеи. И делать буду народными средствами. Средство достаточно простое, но как я буду делать, сейчас я вам покажу. Для этого мне понадобится простой репчатый лук, но не весь лук, а всего-навсего 1 столовая ложка лука. Поэтому что я делаю? Я беру и мелко нарезаю. Дело в том, что у меня сейчас маленький ребенок спит. Конечно, можно все это было сделать блендером, но к моему великому сожалению, отсутствие возможности, я буду делать именно таким способом. А вы можете уже как вам удобно. Хотите блендером, хотите так. И мне нужно будет нарезать приблизительно где-то, как я сказал ранее, 1 столовую ложку лука. Я его нарезаю помельче, чтобы оттуда наша настойка против всяких вот этих вот мошек, тли, забрала оттуда. Так, ну вот, приблизительно где-то у нас получилась 1 столовая ложка. Нарезал. Что я делаю дальше? Дальше я возьму блюдце и возьму чесночные зубки и выдавливаю. И мне также нужно будет набрать 1 столовую ложку. Это, друзья, действительно рабочий процесс. Он несложный, так как очень часто все сталкиваются с данной проблемой. Вот у нас получилась столовая ложка чеснока. Далее, друзья, я беру 1 литр воды. Простой воды, желательно не жесткой. И беру столовую ложку своего чеснока, как вы можете видеть, и опускаю в 1 литр воды. Ровно столько же я беру лука и тоже сюда опускаю. Все это тщательно перемешиваю и оставляю приблизительно где-то на 4 часа. И дальше я вам покажу, что с этим мы будем делать. Идем дальше. По прошествию 4 часов мы берем обычный опрыскиватель. Я беру воронку, беру ситечко и наливаю сюда, процеживая получившуюся настойку. Мне, в принципе, много не нужно. После того, как мы перелили нашу настойку в опрыскиватель, мы берем и аккуратно опрыскиваем наше растение. Делаем, друзья, это без фанатизма. Способ достаточно простой, несложный.
После того, как мы проделали данную процедуру, отставляем нашу орхидею только не на солнце, а куда-нибудь такое, скажем, западную или северную сторону вашего окна. Данную процедуру нужно повторять, ну, где-то раз в день и порядка 12 дней. А там же смотрите по факту, пропали у вас мошки, тля. Если все пропало, то процедуру можно прекратить. И в будущем, если появится, то, естественно, то же самое повторите. Хочу вам сказать, что сейчас сделаю серию роликов, достаточно полезных советов для орхидей, где ваша орхидея будет чувствовать и расти, и цвести достаточно хорошо. Поэтому подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями в соцсетях. Спасибо, что посмотрели видео. Всем пока!